Тем временем медикам и пациентам помогут лучше понимать друг друга. В регионе уже разработали программу обучения медперсонала работе со сложными в плане общения людьми. По статистике, большая часть жалоб на работу врачей связана именно с некачественной коммуникацией. Иными словами, некорректным, по мнению пациентов, общением. И эту и еще ряд ключевых проблем работы сферы здравоохранения в Самарской области сегодня обсудили на конференции в региональном профильном ведомстве. В ней приняли участие руководители лечебных и профилактических учреждений и члены общественных организаций по защите прав пациентов. Более того, мы сейчас готовим, завершаем подготовку программы, допустим, для регистраторов. Это вопросы этикета, да, когда нужно просто четко выработать алгоритм, как нужно себя вести, как нужно разговаривать с пациентом.